нет любви ни к деревне, ни к городу. Как же смог я ее донести? Брошу все, отпущу себе бороду и бродягой пойду по Руси. Федор Малыхин. Дата рождения 13 ноября 1990 года. Номер 98. Нападающий. Рост 1 метр 81 сантиметр. Вес 90 килограммов. Хват клюшки левый. 98-й номер екатеринбургского автомобилиста Федор Малыхин известен, конечно, не только пристрастием к чтению стихов Сергея Есенина. Нападающий, которого в 22 года называют старожилом уральского клуба, находится на 11-м месте рейтинга лучших снайперов КХЛ и на первом месте по этому же показателю в команде. Воспитанника екатеринбургского спартаковца и челябинского трактора, поклонники свердловского хоккея то носят на руках, то обвиняют в пижонстве на льду. Сам же форвард признается, что все дело в спортивном темпераменте, а не в желании порисоваться. По жизни я эмоциональный человек, и в спорте еще более эмоциональный человек. И при забитых голах, то есть я всегда их очень бурно праздную, там, я думаю, это все знают, там, все видели это. Вот, поэтому они не то что мешают, наоборот, положительные эмоции, они помогают, я считаю. Вот. Бывает такое, конечно, что вот, там от пропущенных шайб или еще от каких-то там неудачных моментов. Бывает тоже много эмоций негативных, и они уже, конечно, мешают тебе. Но еще раз говорю, надо их как-то стараться отбросить, да, и сосредоточиться все-таки на игре. Надо отключаться, да, на эти все 60 минут игры, думать, самое главное, об игре, там, да, о твоей клюшке, о шайбе и так далее. В принципе, сейчас уже команда, я бы так сказал, вошла, в принципе, в игровой ритм, да, и, в принципе, в боевом таком состоянии находится. Такого результата, по-моему, вообще все предыдущие, да, в истории автомобилистов континентальных хинеги вообще, по-моему, не было, да, чтобы команда шла на шестом месте. Либо где-то рядом в плей-офф, либо далеко от плей-офф. Вот, поэтому, в принципе, удачное начало, но самое главное, весь сезон так идти, да. Потому что сезон длинный, да, игр много. И самое главное, конечно, это стабильность в игре и в наборе очков. Мы играем одну игру здорово, да, две игры играем, скажем так, на среднем уровне. Стабильность – это очень важно вообще в хоккее, тем более на таком уровне. А вот, несмотря на то, что мы там с Антоном еще, в принципе, ну, не то, что молодые ребята, да, но не такие опытные там, как некоторые, к примеру, вот, но это надо все равно вырабатывать, такой компонент, как стабильность, это качество именно профессиональных спортсменов высокого уровня. Настрой всегда очень серьезный у нас на каждую игру, да, тут трудно сказать даже, ну, где-то просто что-то не получается, где-то там удачи, везения не хватает немножко в забитых, в забитии голов, там, в реализации моментов. Первый сезон был абсолютно неудачный, да, и вообще ничего не складывалось, не получалось. И, как сейчас помню, меня Данил Коськов подбодрил в тот момент, потому что действительно я себя ужасно чувствовал, да, и у меня прямо такие мысли были, может быть, ну, этот хоккей, да, там, заниматься каким-то другим делом. Сейчас я профессионал, и я должен уметь переживать и поражения, и неудачи, да, работать и готовиться к следующим играм. Спортсмены достаточно там такие, скажем так, суеверные люди, да. Вот, особенно в плане спорта. Может быть, в плане жизни я не такой суеверный, да, в плане спорта это ритуализм, он существует, безусловно. И одна из примет, конечно, не говорит своих примет. Но вот, такое, я думаю, у всех есть. Были какие-то срывы? Вроде как все сделал. Ну, бывает такое, да. Бывает такое, но в таком случае надо немножко менять масти, все эти приметы, а их немножко в другом порядке делать. Для меня, конечно, играть дома – это намного приятнее, да, потому что поддержка болельщиков, она для меня лично, и я считаю, что для нашей команды она очень важна. Вот, и действительно, когда болельщики кричат, поддерживают, когда собирается полный дворец, аншлаг, там мест свободных нет, то это, скажем так, заводит в хорошем плане и добавляет, опять же, этих положительных, приятных эмоций.